Дело прекращено. Барнаульский студент Даниил Маркин, обвиняемый за мемы в соцсетях, не будет наказан по уголовной статье. Такое решение сегодня принял суд железнодорожного района Барнаула. Однако пока Маркина не исключили из федерального списка экстремистов. Необходимо дождаться вступления решения суда в законную силу. На это уйдет 10 дней. После Маркину должны вернуть изъятую при обыске технику, а также восстановить доступ к банковским счетам. Отметим, что дело прекращено без возможности получения компенсации и права на реабилитацию. На самом деле, я и моя семья очень вымотались за прошедшие полтора года, и поэтому не осталось ни сил, ни желания продолжать этим заниматься. Напомним, Даниил Маркин попал под обвинение еще в 2017 году за размещенные на его страничке в соцсети мемы. Картинки якобы задели религиозные чувства двух студенток, которые впоследствии написали заявление в следственные органы.